Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Хочу показать вам небольшое коротенькое видео о моих розах, которые я приобретала в магазине «Светофор». В этом году я приобрела там две розы. В конце видео я прикреплю картинки с названием сорта. И сама также посмотрю, насколько они соответствуют. Вот расцвела вот такая розочка. Она желтенькая, потом переходит полностью в белый цвет. В этом году она низенького роста, вообще я не знаю, какого будет она роста потом. Может быть, будет нарастать, а может и нет. Такой формы розочки у меня еще никогда не было, поэтому мне она интересна. Такая вот маленькая. И посмотрите, вот сколько еще бутонов. Вот еще бутончики. Бутончики. То есть я считаю, очень симпатичная. Я довольна покупкой. Посмотрим, как она перезимует. Вторая роза тоже приобретена в этом магазине. Вот такого вида. Похоже на розу спрей. У меня до этого была другой расцветки. От семена Алтая была. А это я даже не знаю, какой производитель. Посмотрим. Там была просто прикреплена бумажка. Посмотрите тоже, сколько бутонов. И на протяжении цветения розочки становятся разного цвета. Кустик повыше, чем вот эта желтенькая. Сантиметров 50, наверное, 60. В общем, я тоже очень довольна. Прошлый год я приобретала тоже розу в Светофоре. Вот такая. Тоже мне очень нравится. На видео я смотрю, что она более яркая, на самом деле она такая нежно-розово-лососевого цвета. В этом году розы плохо перезимовали, она болела, и пошли новые росты. И вот только-только, так скажем, она очухалась и начинает свое цветение. И в конце видео сейчас приложу, как выглядели розы на этикетке.